помогаете участникам спецоперации, военным, мобилизованным и так далее? Да, я заходил раз. Один раз всего заходил. Помогали? Денежные средства. К Новому году подарки готовим. Носочки я вяжу. Такой возможности немножечко не имеем, но в целом не против, наверное. Не против помочь? Ну да. Как бы помогли? Продовольствием. Пока нет еще. Почему? Просто времени нет, на работе занят. Я нет, я помогаю беженцам. Почему такое решение приняли? Потому что я верующий человек, я против военных действий вообще. Ну, беженцам всегда помогаем. Вещами, продуктами. Там был и у нас и обед для них. Денежными средствами. Почему решили помочь? Для меня это не такая пусть большая сумма, а для них это по копейке соберется и может что-то им, да, облегчится там. Вещи, да. Вещи я отдавала, да. Вещи. Да. Помогаем. Каким образом? Ну, а что? Какая разница? У нас учитель географии объявил, что чтобы с классов собрали одежду теплую, кофе, чай, может, еду какую-то, и он потом отвозит им. Печем пироги, что еще можно? Вещи собираете? Вещи собираем, да. А почему решили помогать? Как почему? Наши ребята воюют за нас. А как думаете, почему приходится людям помогать собирать вещи, там вязать носочки, а государство при этом вот к этой помощи прибегает? Вы такой канал, да, ясно. А кто? Государство, значит, не может. Нет у нас достаточно средств. Серьезный вопрос. Разворовали государство. Это все. Не знаю. Наверное, на какие-то другие нужды это идет. Ой, кто вообще? Мы журналисты. Журналисты? Журналист такой вопрос не задает. Ну, я думаю, что они обеспечены, но всегда всего чего-то не хватает, поэтому я не думаю, что они там голые, без снарядов, без ничего. Все равно нужно помогать. На фронте хорошо не бывает.